Армянский реваншист в бешенстве заявляет, что не намерен стоять на коленях перед турком. Передает Азия Ас. Во время митинга на площади Франции руководитель фракции Армения Сейран Оганян заявил, что армяне должны понять, что их спасение в борьбе. По его словам, сегодняшняя власть внушает народу, что Турция и Азербайджан сильны, поэтому армяне должны подчиниться им. Это не так. Турок не может поставить нас на колени. Мы должны продолжать нашу борьбу до конца, сказал Сейран Оганян. Он добавил, что действующие власти и до войны придерживались такой точки зрения, вместо того, чтобы проводить разумную переговорную политику, не вовлекать страну в войну. Более того, Оганян убежден, что в войне можно было одержать победу, если бы власти не создали хаос. «Идите спросите у моих сослуживцев, боевых и идейных товарищей, можно ли было сделать так, чтобы мы хотя бы не проиграли? В условиях горно-лесистой местности остановили бы противника на подходах к Гадруту и Шуше. Это было возможно. Можно было также победить, но они палец об палец не ударили, чтобы остановить беззаконие, путаницу на поле боя и провести перегруппировку в тылу для достижения победы», – сказал Сейран Оганян. Судя по всему, Оганян хочет проверить, способны ли армянские вооруженные силы хоть к какому-то сопротивлению на поле боя. Вынуждены разочаровать оголтелого реваншиста. Наша армия доказала, что это не так. Столкнувшись с освободительной борьбой азербайджанского народа, доблестью нашей армии армянские войска позорно бежали. Советуем Оганяну не испытывать судьбу вновь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.